Одним из распространенных заболеваний зрения у детей является амблиопия. Во всем мире этим недугом, именуемым ленивым глазом, болеет 3 ребенка из 100. В детском отделении клиники прозрения используется новый аппарат «Монобиноскоп», предназначенный для диагностики и лечения амблиопии у детей. Устройство является основным и наиболее эффективным методом лечения данной патологии глаза. Специалисты клиники напоминают, что для сохранения зрения у детей и выявления заболевания на ранних стадиях необходимо проходить диагностическое обследование 1-2 раза в год.